Витископ. Мы просто пытались за этот год просто гарантировать участие в соревнованиях наших национальных сборных, потому что зимой была одна ситуация проблемная, да, национальную женскую сборную, мы просто искали деньги у спонсоров, как отправить, вот, и благодаря усилиям там общим смогли это сделать. Мужская каким-то непостижимым образом смогла получить гарантию, что потом деньги будут отданы государством, и потом в итоге когда-то рассчитались позже. Вот, потом очень важно было обеспечить участие молодежных до 16-21 года мужской и женской, и плюс в мировой лиге, в первом раунде мировой лиги участие. То есть вот это мы смогли обеспечить. Вот, даже несмотря на то, что были проблемы с финансированием со стороны министерства. От одного соревнования пришлось отказаться. Это до 16 лет молодежную женскую сборную, хотя это был высший дивизион, но, к сожалению, мы уже не смогли найти на это средства, вот это как бы из неудач. Но так в целом, несмотря на вот проблемный год со всех позиций, мы неплохо завершили в индор-хоккее, ну, который разновидность в закрытых помещениях хоккей на траве, которые играются в зимнее время. Женская сборная квалифицировалась на чемпионат мира. В следующем году будет играть в чемпионате мира. И в рейтинге мировом стала четвертой. Ну, к сожалению, это не олимпийский критерий. Но женская сборная вот у нас такая. То есть она была чемпионом Европы в 2010 году. В 2011 году была третья на мире. Вот, сейчас она опять квалифицировалась для участия в мировом первенстве. По хоккею на траве результат немножко скромнее, ну, как бы там и более затратный вид спорта. Вот. То есть сейчас у нас и мужская, и женская сборная 24-е в мировом рейтинге. Витископ. Спортивное видео.